Друзья, всем доброго времени суток, и давайте в данном видеоролике расскажу вам про еще одно интересное ICO. Это будет Horio Token. Ну что же такое Horio Token? Это блок-цепочка с Ethereum. Начиная с 2013 года, Horio собрал разнообразные сообщества мастеров и социальных деятелей с более чем 250 тысяч пользователей и 1500 организаций на более чем 180 странах. Теперь они предоставляют Horio Token, это токен полезности, чтобы подпитывать добродетельный круг социального блага. Также скажу, что у них TGE уже включен, можете подключиться к ним, чтобы изменить весь мир. Так вот, что же такое Horio Token? Давайте разбираться все-таки в деталях данного проекта. Это международная медиакомпания, которая демонстрирует, продвигает, поддерживает и поощряет продвижение позитивных инициатив в области социальных благ во всем мире. Horio выполняет это благодаря своей уникальной философии социальных сетей, которая призывает всех повсеместно к Connect for Good на своей платформе horio.com. В нем также проводятся эксклюзивные ежегодные мероприятия, такие как форум социальных инноваций и глобальной этики, и деревня Horio, охватывающая искусство, культуру и разнообразие на Каннском кинофестивале. В Horio также есть программа Live and Dream, блог, веб-телеканал. Здесь как раз таки указано, как выглядит экосистема данного проекта. Так вот, как Horio Token будет применяться. Это новый рынок для социального блага и многое другое. То есть, в общем-то, как можно его применять? Возникает вопрос. Прежде всего, награждать членов сообщества Horio со всех континентов за обмен положительными новостями и действиями на платформе Horio. Чтобы купить, соответственно, прожекторы или поддерживать прямые социальные действия и причины на платформе Horio или за ее пределами, используя преимущества маркировки и отслеживания, использующие блок-цепочку. В качестве способа транзакции вне платформы Horio на любой платформе или платежном решении, предназначенной поддержке филантропа и, соответственно, доказательство воздействия. Также можете покупать, продавать или подписывать продукты, услуги, мягкие товары также. Также это социальная сеть, ориентированная на действия, то есть к концу 2013 года они запустили Horio, ориентированную на действия социальную сеть для социального блага, где члены организации и персоналии поддерживают солидарность посредством действий, пропагандируя гуманистический подход к технологии. С тех пор Horio собрал разнообразное сообщество мастеров и социальных деятелей, как я уже говорил, это более чем 250 тысяч пользователей. Также есть технический документ данного проекта, в общем-то, это white paper имеется в виду, открывать ее, пожалуй, не буду, потому что white paper – это большая такая инструкция, и ее разбирать мы сейчас с вами все-таки уже не будем. Это видео такой более общий обзор на данный проект. Так вот, календарь. Давайте разберем. Так вот, токен сейл начнется 18 июня, собственно, он уже стартовал, как вы уже понимаете, и закончится 18 августа тоже 18 же года. Также будет вайтлистинг, также принимают они валюты такие, как эфир, конечно же, биткоин, но кроме всего прочего, это еще и кардана, как ни странно, евро и швейцарский франк. Ну и тоже видим, что у них есть хардкап, тоже причем очень высокий, что характерно. Также цена на токен 0.03 евро, вот, и, собственно говоря, это, наверное, все такие важные информации. Также у них есть реферальная программа, и вы можете получать бонус 5% от суммы, которая принесли вам ваши друзья. Ну и про дорожную карту тоже, я думаю, стоит сказать. Так вот, в августе 2018 года будет внедрение интеллектуального контракта и разделение токенов. Далее, в сентябре 2018 года будут социальные инновации и глобальный форум по этике. Это будет Сингапур. Далее, в конце года будет официальное объявление Horio Token на Cryptocurrency Exchange. Далее, запуск торговой площадки и запуск API платежей Horio Token. Это будет уже больше, чем через год, то есть в октябре 2019 года. Ну, также здесь видно, что есть много сведений в СМИ, допустим, про данный проект, допустим, различные интервью, можно тоже их посмотреть или прочитать, смотря это, что статья или как раз-таки видео. Ну, также, опять-таки, повторюсь, что много статей есть, причем в разных крупных журналах, допустим, таких как Forbes, Yahoo Finance, New Times, Capital и так далее. На всех останавливаться уже, пожалуй, я не буду. Тут видно, что ссылок просто море, грубо говоря, да, вот, и также видно, что опять-таки здесь есть видеоролики, да, с описанием данного проекта, есть ссылки на различные конференции, ну, допустим, конференция будет токен Sky Blockchain в Токио в как раз-таки нынешнем 2018 году, вот, ну и, собственно говоря, видно далее, кто входит в команду данного проекта. Тоже на этом оставляться не буду, можете почитать подробно про этих людей, причем здесь есть почти у всех людей ссылки на их профили в LinkedIn, либо, допустим, в других социальных сетях, то есть можно убедиться, что это действительно существующие в реальности люди. Ну что ж,
В принципе, я думаю, что все основные данные вы уже получили, поэтому если вас проект Corio токен заинтересовал, тогда заходите, ссылка будет в описании к видеоролику. Тогда всех благодарю за просмотр данного видеоролика и всем пока!